вот составлено два предписания, чтобы было убрано после сезона. Ну, овоз и ныне там. В должность главы села Плодопитомник Сергей Слепцов вступил 4 года назад. Первые два дачных сезона проблем с жителями не ведал. Теперь не знает, как до них достучаться. Садовый участок на улице Центральной не просто имеет неприглядный вид. Заросли дикой яблони – прямая угроза селу в пожароопасный сезон. Здесь руки нужны и ножовка. Утром или во сколько там приехал, ну что тут работать-то? День хорошей работы и никаких вопросов абсолютно. 8 лет назад на этой площадке цвели груши и абрикосы. Сейчас колышется сухостой, хотя должен был стоять новый микрорайон. Приступить к его возведению компания «Бурея-Гэсстрой» не успела, обанкротилась. Земля, почти 10 гектаров, осталась. По документам принадлежит компании «Амурсемпром». Она и должна обеспечить безопасность жителям плодопитомника. Мы привлекли их к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей. В этом году опять выезжаем на это же самое место, видим, что трава так и не скошена. Это значит, что опять будет возбуждено административное дело производства. Это однозначно, что штраф будет уже увеличиваться. За 4 последних года пала в плодопитомнике не случалось. Однако спокойствие этот факт главе территориального отдела не добавляет. В случае с ЧП и под суд он пойдет одним из первых. К счастью, нерадивых собственников в селе всего 3 человека. Убеждать и штрафовать их специалисты административной комиссии могут как угодно долго. До результата. Мария Селезнева, Михаил Величкин. Программа «Город».